О, мешок для Карыча беру. Несите сумки, несите сумки. Шлагбаум, закрывайте заезд до ШК, все. Проверь. У меня маленький вопрос, эта хрень может что делать? Какая? Шлагбаум. Открываться, может, закрываться? Так, что я дополнительный канал не настраиваю. Я? Шлагбаум может убить, да. Да, он может убить обсессоров. Нуб! Нуб, нормальное решение нашёл. Хорош, нуб. Парни, а что дает? Я посмотрю тут позиции, моя не очень. Так что возле Б, это база для... Слушайте, я нашел себе тут уголок, я тут оставился. Что там? Письмо. Ты скидывал весь. Я тоже скидываю. Для 8 откидок. 50 килограмм. Медицина, куда я? Что, кроме говоришь? Говорю, ты что, остаешься здесь? Блин, нет, если бы сюда кустик поставить, я бы тут остался. Так, все равно мне не настроился дополнительный канал, не могу понять. Ладно. Бисмут, на максимальном приближении 1 квадрат, сколько метров? Кто там не может настроить доп? А, на максимальном приближении у тебя справа снизу написано. Письмо на карте. Да. А, письмо перезаходит у меня черных. Жгутов. Ну давай перезаходи. Нужно 6, если что, перетянуть. Ты на какой кого? Я вообще не на какой. Вообще не знаю, вообще лянь. Говорят, все на одной будут, кого в итоге написали 3 кг. Едет! Едет, юг, едет, едет! Юг, 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 юг. Где ты увидел? Вижу. По югу едет автобус. ДШК по автобусу. А, ДШК, да. 1600 вижу, метров. 1600 метров. Ну они там, скорее всего, сейчас пехоту высадят. А шахидка с другой стороны. Вижу пехоту. Что работает? 4 человека, это шикарно. Чёрт работает. Работает, калаш, и вообще все работает. По кому? Ох, по противнику, направление юг. Там автобус, в автобусе противник. В деревне пехота. Принято. Они в городе. Если что, я оглох. Перезарядка. Вижу, едет машинка, полтина едет. В городе полтина. У нас 108. Сообщите, в городе полтина. Они все работают, полтина. Кто, блядь? Шахидка едет, в городе шахидка. Не стреляет. На юге в городе заехал шахидка, наблюдаю ее. У кого мотовка? Слышь, укроп, уйди на 4. Сколько ты там говоришь, метраж был? 1600, ставь. Полтина это пикап. Там восточнее, это шикарно. Чтоб нас с горы не зашли, не убили. По-моему, далековато. Сообщите, в этом городе сейчас шахидка находится. Ну да, где-то 1400. Так, по мне идет первый. Ой, Паша, блядь. Только меня не услышал никто, потому что все молчат. Ну тогда Лулу быть не готове. Наверное, надо тогда канал Альфу настроить как дополнительный, или я опять что-то не понимаю. Лулу только присоединяется, Лулу летит. Да. Что там, снайпер работает? Да, походу. Похоже, да. Чё это у них, М107 что ли? Да. Ой. Две штуки у них. Как да. Работает? Я даже думал, ну, ЧЗ. Нам главное эту хрень не проворонить. Вижу, бежит, направление так, 170 от меня, от моей метки. Заходит на 13.
А кто с этой, с бинокля? Поищите снайпера. Ха! Мышка залип. По моей позиции стрельба идет. В городе у них находится паутина. Сметана жив? Смотрю твое направление. Туалеты простреливаются, кто не знал? По-моему, нет. Кроп, жив? Кроп, извиняюсь, я пишу. Жив. Поставил метку на врага, там противник бегает. Сообщил Альфе, что замечены паутины и замечены шахиды. Мобилька. Я не вылазил. Датус, объясни, что ты паутиной называешь? Паутина. Пулеметом М2. Там не... М113 не было, да? Была. Вроде была. Была на юге? Да. На юге заехала, прям за болтосом. За болтиной. Сейчас вот это болтос работает. Ранник кого-то наш. Ответка пошла, да? С юга ответка и снайпер. Здесь есть предположение, что с юга, юго-запада. Противника вот для автобуса. Дорабатывайте пулеметчики. Виснут, живи. Слишком мало этого. Виснут, я сейчас все умрем. Капа мало. На востоке примерно 120, там снайпер или пулемет. Все, зажали, короче, меня. Вот автобусом противник стороны, это ШК прям. Конкретно жмут. Да, ну киньте. Да. Пусть выйдет. Че, живой? Да. Повторяю, на 120 там есть камни, там скорее всего лежит снайпер. Морфин, колю. Репит, лучше лежи там, а сейчас стоп, отрабатывать будешь. Там болтает. Да читер, у него маска, блин, лава, гвоздка, видите? Как твои дела? Скучно. Скучно? Вот за тебя должен быть противник. Я знаю, смотрю, но пока чисто. Бисмут, брат, держись. Смотри, главная вершина, чтоб... А чё у нас с севером есть, там? На общей частоте вообще не помогут. Бисмут живой, смотрите. Не благодарю. Ребята, север, смотрят из вас? Да, на севере есть. Жар, сметанный. Первую помощь делаешь? Всё, понял. Вот. А, походу прострел ведут где-то с 200, вот так вот издалека, прям конкретно сейчас шмаляли ей даже прием на укроп, прием на дорогу не блядь. Понятно. Оп! Ну у нас тут война идет, прям жестко. Да я же бессмертный. Сколько дать? Риксар, 113-ю сейчас наблюдаешь? Сейчас, подожди, посмотрю по карте, это какая? Она была на юге раньше. Я ее не видел, у меня гора не позволяет. Я видел только этот ДШК. Ну, попали, ничего важного не сделали. Что у тебя что за ДШК? Вот вижу ДШК, и возле нее бегают пехи. Метку, ребята. Метку, сейчас поставлю метку. Хочешь ГПшки будет. Давай, вот метку на врага. Они работают СВД. Ну ладно, пошел. Там не СВД. Давай туда какой-то. На 113-ю метку, она в городе или где? Она в городе? А, блин. Не знаю. Тихо, не знаю. Давай. Вижу, пехотинец бежит, метку ставлю. Форму. Ставил еще одну метку на врага. Он ориентир зеленка. Махно, зря, махно. Не надо. Принято. На отделение верни. 190, поставил метку уже. Ага. Вижу. Работать по нему? Если можешь, работай, но в принципе на... Ты уверен, что разложишь отделение? Я не уверен, что разложишь. Блин, пропусти. Слишком далеко, я их уже не вижу. Да. На блокпосте сиди, Вол. Не сдвигайся. Сейчас заметку, куда они точно сдвигаются. Сиди на блокпосту и не вылазь, Вол. Я сейчас к блокпосту подхожу. Просто укройся там, лежи где-нибудь, не вылазь. Блокпост простреливается. Да, метку отделения. Принято. Ребят, вижу технику, вижу. Что? Направление 150 сейчас. Если что, тупо. Сейчас гляну бинокль, ребят, секунду. Скрылся за горой, блядь. Гусеничная техника, колесная? Да, походу колесная еще. Дай по-братски. Что? Смотрю пока. Бинокль есть, вульва. Отделение потерял из виду, не вижу его. Бинокуляр. Отделение ушло за холм, я поставил на них метку. Понял. Бинокль сюда, быстро! Детус, отрабатывать можешь по тому отделению? Прибудь, так, я быстро. Пробую смотреть туда, где отделение. А мне работает. Если вижу их, отработаю.
СВД сейчас свое работало? Так, парни, сообщаем. Эта машина направо переезжает с ДШК. Вижу, ДШК едет в гору за отделение. Что по мне будет. Вижу отделение, они перебегают. Куда? Стоп. На западе, отделение. На западе очень много. Ну, я снайперу вижу. Группа движется на 200 где-то за двор. Бегу, конечно, срочно. Не вижу никого. Да, вижу, 2, 2, 3, 4, 5 человек. 210, 200, группа на хребте движется сюда, сюда человек. 7, 5, 5, 5 человек наблюдаю. Еще раз, что? Группа из 5 человек на 210 движется. По хребту спустились уже вниз. Услышал тебя, сейчас отработаю всех. Вот туда приблизить на трассеры фигачить. Они клонируют не устав. Там их вообще немерено. Нет. 5-7 человек. Да ты смотри. На восток тоже надо ждать, может у них ладо сейчас с востока зайдет, пока мы не видим. Там. Учти, если ты зайдешь его, каждый в городе прям черный приюет. По мне работает. Или рядом. Меня ранит. Заряжаю ДШК. Нет, но меня ранили. Они близко уже, Метров 600 минимум. Светан, это ты бежишь? Все направо сместились, да? Нет, нет. Да, со стороны запада идут. То есть они отходят будут сейчас. А туда вот сейчас пулеметчик долбит активно. Профессор в трубе, сейчас помогу. Понял. А есть информация по снайперу? Снайпер у нас дебил. А, не у нас, не у нас. Вражеский все еще работает. Сейчас прострел был с восточной стороны ДШК. Вот сюда бы ДШК затащили, вообще кайф был. Куда? На западе отделение, там еще и ДШК подъезжает. Ну, она, наверное, прорывается сюда. Снайпер работает, снайпер. Шаху вижу. Можно отсюда, кстати, да, через эту. ГПшки у тебя есть? Паша, да. Хочешь пошли, я покажу, куда принято. Можно тащить. Но давай, я, скорее всего, провалится. М-стрел стоит. Да. Надо легко. Но надо, или что? Блядь, машина вышла. Наверх, что ли? Два. Наверх? Не, не надо наверх. А с той же стороны 200-220, этот сектор машина будет. 220. О, там, я в сознании. Спасибо, укроп. Хорош. Не ты, конечно. Да-да. Не, вообще, не ты там снайпер. Да, он вот оттащит. А что такое? Шибур едет. ДШК можешь, нет? Запад поставил. Хар, может, подсказал. Хар, ну, видел запад, да, сейчас перетащим. Передащите один ДШК, поставьте на запад. Чё, нас могут сзади обойти в спину. Я тебя думаю. Кидай, может так поехала какая-то белёсная техника, так будьте осторожны. Да, с ДШК. ДШК, не с ДШК, поехал туда. Противник это талиб? Вижу пехотинцы, да, направление да. Укроп 225. Они не талибы, они часовые. Смотрит на нас в бинокль. Укроп 225. Там прям эти, грузите... Все не русские. Пару там, коробочек там, возьмите, я один ДШК на ВК пошел, у них не ВК был. Вижу камеру, выкатывает. Хамер? Нет, это не камера, это какая-то хрень. Квадрат, 113, да? 113, да? Да, да, 220, там много. Коробочка такая, да? Да, да. К нам? К нам? К нам едет? 330. Откуда едет? Принято. 213. А там их 2, что ли? Там тяжелые, на спину нужны. 213.
Проще у ДШК рядом положить. Открывай. Это, откуда там они полезли? Убить ДШК вон. Ой, Паша, везу! Да. 220 ДШКМ стоит. Карыч их сверху видно. Ну, да, обычно. Ни хрена себе! Я говорю, а ты... Прямо трактор, я возле южного входа. Висмут, спрячься, сюда снайпер долбит, он тебя прострелит. Чё ты смотришь, ву? А это ПЗ. Вол, живой. Тихо, Карыч, раз! Есть какой-нибудь боеприпас? Тащи его. Тащу его. Да, на севере, да? Да. Все, давай, Давай. Или как ты там? Ты куда телепортировал? Я еще работаю. Вижу отделение 240 уже от базы. Не учи, нормально все будет. 240 уже от вас? Да, сейчас скажу. Юго-запад, от базы, холм такой. Ой, ну они все, это уже окружение. Они хотят в запад идти. Я понял. А запад они за это, на западе ходов нет. Брат. Я уже тебя использую. Вижу тебя, Мерфи. Ты на своей метке сидишь? Морфи, Калёв, один один. Александр, попадёшь, не попадёшь. Прием. Там был этот ещё. М2. Стрельба какая-то, то ли с пулемета, то ли с ДШК, хрен его знает. Стреляют. Там стоял ДШК. Так, пацаны потихоньку, которые запад, юго-западные, подбегают потихоньку. Адреналин, морфи, Калёв. 240, на 240, да, пехота перебирается уже до места на блеска. О, здорово. Вижу вот. Запад, Фабрис. Первую помощь делаю. Ай. Блин, долбанные текстуры, не могу стрелять нормально. Тебе вообще нормально прилетело. Нормально. Ай, сейчас помню. ДСК, говори же, не ломай нас. Чем ты работаешь, чтобы пытаться ломали. Карыч, вообще так долго лечит, еще убьют меня. Я понял тебя. Я залагал, я лечу тебя, потому что... Долго? Нет, еще. Да вы еще нормально, ты вообще похоже мертвый там. Кто-то смог кинул? Это из того света вытаскивают. Меня вытащить с того мира? Да, красивые там заклинания всякие. Смотрите. Меня сломали. Два человека. В востоке никого нету. Так, это Рексар, я ушел на восток. Так, Марина там. Ушел на восток под западный стол. На что кто-то за... На своей метке восточнее уходит, да? Там свой, по-моему. Да. Буду ДШК искать. Тут возле базы. Так, человека видно. По северу бегут, по дороге. Можно спросить, а там есть... Ой, Паша залез. Форели не смотрит? Нет. А, вон там. Паша, залез, Паша. Ну что, мне видно, что ли? У тебя сзади выходит. О, пол РПГшник, его надо. Я тут король заклинил, ребят. Главный ход тут открывает. Задача хит мне пропустить. Все броняшки, ты не реально. Кстати, да. Я бы ему тоже бы стрелял, походу, ганил. Да, он, скорее всего, убили даже. Я там убивался. Нет, стрелок стоял, но он, кажется, палил в одну сторону. Может, его надо... О, махну. У меня вообще сломали. Или метки на тот. Так, это Рексар, вижу зеленку с запада. Тут стреляют уже. На севере, возле Вова. Не первую помощь, вторую количество. Я на базе, я не делаю. Понял, метку удаляю от тебя. Да тут, на севере очково, да? Да. Простреливается все. Я напрошу с метки запада. Да
Да бис не греет. По мне работает кто-то. Походу сметану. Ты между ног дырка. Враг, я понял, враг по мне работает. Да а что вы там забились-то, ё-моё, в атаку? С того света меня вытащили. Забились в дырку в какую-то. Мужики, я тут. Бинокль бы или СВД-ху. Раз-раз. Вижу 113 и пару пехов. Азимут, где, где? 220 от меня. Они на линии, да? Смещаются они, да? Да, они смещаются. Нет, они там, блин, они знают, что сказать, короче. Да. А мне? Юго-запад, я правильно понял? Да. А у них хаммеры нет? Есть хаммеры? Есть хаммеры или нет? Есть один, один есть. Один есть. А может я все-таки хаммер вижу, потому что текстурка такая. Ган 13 черная, квадратная. Черная, да? Я вижу хаммер тогда. Так, вижу откуда шмаляет. Я не убить, я живу. Бизнес, почему тот вот стоит? Парень, на меня все-таки два пацана смотрят и здоровые. Я еще вижу. Да. Север опять дышка. О, 13 едет. Да, юг, да, юг, давай. Юг, давай. 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 Сзади, отошли. На севере. Ой-ой-ой. Шахитка. Сметана, прием. Нет. Принято, отделение, сдвиг по КВ. Что там, пусто, да? Магазинов нет? Нет, там пусто. Пустую надо заряжать. Ну вот они лежат. Угу. Ну я могу сбегать, в принципе, или ты сбегал? Сейчас я переоденусь по КВ. Сейчас пехоткой брать будут. Троны. Иди забей. Иди заряди, движка. Движка. Палк. Там где дымы, там враги. Кто на флагбаум открывает? Открывает. Езд. Да враг. Кто зажги? Че у нас враги уже за кандидат? Сейчас гранаты туда накидают. Отходи, сейчас туда гранаты. Брать, брать, брать. Гранаты швыряй. Кто сейчас шмаляет? Я живу. Я тут кинул тебе две коробки. Блять, только пш. Мужики, давай. Свои могут быть или враг? Давай. Паша, Паша, за этой стенкой. Понял. Сейчас кидай. А в север не кидай. Ай, майдан! Була убить! Ваш
еще РПГшка понадобится? Нет, у меня есть. Просто пол не лезет. Ну ладно. Ко мне один. Тут пехотка осталась. Пол базы дымите. Кто задымил? Маша? Да вот непонятно. Ой, мне в палатку РПГшка. По-моему, они. А при пуске сейчас будет работать. Давай по пуску, давай. Так, он бежит, бежит. ГП сейчас. Это что-то сильно большое. По нам работает. Главный вход. Пальня. У вас М115, а у вас РПГшки. Ой, это РПГшки, РПГшки. Ой, куда ну взяли? 113-ка без оружия. А еще вас снайпер есть, нормальный снайпер, снайпер есть. Вот, посмотрите, парни, что снайпер делает там. Че вы плачете? Сколько красных, сколько Паш, зеленых? Действительно. Паш, чини перебил. Я ехал по дороге на этой машинке, да, а у меня ее заживало, я минут 5 там туда-сюда телепортировался. А, около города? Я около вот, города? У меня был 69-85 где-то в том регионе. На стыке каком-то там? Да нет, прямая дорога. Ну я маршрут не прокатывал, я не знаю, там будет, не будет. А, уйти брать у себя. Это вообще играть смысла нет, да? Что-то она просто все развалит. Не надо брать. Я считаю, что здесь и баланс вообще нормально. Просто БТР добавить. Да, у них ДСК, у них надо, наверное, побольше. ПК, МРТД, у них все, есть мастер, мастер. Были хотели бы купить. А у нас ДСК, один ДСК, один РПГ, два РПГ, два ДСК, вообще-то. А, одна РПГ, одна оранжевая. Сделать больше. Нет, две РПГ. Больше, где можно вылезти и посмотреть. Уже два места, с которых можно вылезти. Да, я не знаю, это не дырки сделать. Было, алло. Вьетнам! Как хуй у меня влетел, да? Азарта не может убить. Да это вообще нереальная какая-то миссия. Что это было? У нас ДШК, которые вообще не убивают. Блять, было бы у меня ГП, вот было бы весело. Ёпта! Короче, картина маслом. Я, ну у меня взрывчатка прикольно не взведена на машине, да? Еду, короче, в зону, говорю, и тут вылетает Декфур. Он, короче, не среагировал и влетел в меня на полной скорости. Посмотри, ДТП, там взрыв на месте, там, походу, меня сдетонировало взрывчатка. Я подхожу и вспоминаю, что у тебя взрывчатка на машине, и взрываюсь. Пиздец. Смотрите, Паншу не понимает, что происходит, извини. Все... Боятся, боятся, зайти, боятся. Ой, там один остался на больше. Да. Смотрю на Пашу. Нет, ждем, пока Бисмут будет фраг, нормально. Да. Да, красавчик. Сейчас Бисмут там всем говна даст. Да не, его заходят. Чё это? Чё это кому-нибудь попало хоть это? Чё его? Это чё? Ой! Ой-ой-ой! Вот это было! Сейчас мы с ней разложил масляток!